розовое солнце. Этот форт состоит из поля, по которому люди подходят к его концу для того, чтобы посмотреть на море. Потом обратно все просто идут вот в какую-то сторону по этому полю. Спокойно, неторопливо. Так хорошо. И убежал купаться в водной царевне. Бросил свои очки. Очки. Идут. Ищут себе дорогу. Это сумасшествие какое-то. You know? И пришли домой. Счастливый. Ну, конечно. Да. Привет! Спряжа Арамбон.
невозможно иначе. Прекрасное место, Вагонда Бич. А мы на мосте. У нас все на мосте. Да, это красиво. Конечно. Очень своеобразно. Вон мы нашли тот самый пляж. Райское место. Правда, райское. Вон он где-то внизу скрывается, за этими листьями. Тот же самый пляж. Идеальный печальный пляж. Никого нет. Возможно. Какой пляж, какой пляж! Нет слов. Просто чудо. Ну, медленно чуть зайти. Не думаю. Это нормально, да? Вот прямо будешь держать все, да? Ну, ну хорошо, как хочешь. Меня держать, что ли? Это Гондо Бич. Очень спокойный пляж.
Только несколько человек разговаривают. Музыка где-то в одном месте. И, конечно же, лодки. Агонда бич. Я видела обезьяны. Да, нам какой-то индус, который впереди ехал. Он показал, да? Да, он рукой прям махнул. Он так притормозил и рукой на дерево такое показывает. Ну это же круто. Да. Вдали садится солнце. И на пляже вышли все вот эти люди. Видимо, чтобы посмотреть на это явление. Очень мило. Правда, я тоже не видела, чтобы вода садилась. Мы сюда либо за гору, либо в облака. Да. А сегодня прям так. Ну, правда, очень мило. Как чудесно. Здорово, что мы здесь оказались. О, да. Смотри, смотри, как садится. Тихий пляж.